Несколько дней назад в Японии с японским правительством мы обсуждали ситуацию внедрения в Украине прекрасного японского опыта Центра управления полицейскими силами, который включает в себя Центр управления патрулем и аналитические службы, и колл-центр одновременно. И вот такой комплексный взгляд на вещи, который реализован в крупнейших городах Японии, и показал себя очень эффективным. Япония самая безопасная в криминальном смысле страна. Мы видим в этом цели для Украины с особенностями. И Днепр, думаю, будет одним из передовых таких мест наряду с Харьковом и Киевом, где мы будем эту систему внедрять. С какой степенью участия наших иностранных партнеров мы примем об этом решение? Ясно лишь, что концепт этой системы будет разрабатываться нашими отечественными специалистами с учетом всех наших специфик и всего нашего опыта. Главная задача нашего подразделения состоит в сборе, изучении и обработке информации как в режиме в реальном времени ее интерпретации, следственно-оперативных групп, диспетчеров управления нарядами, патрульными силами, все лиц, освободившиеся по закону Славченко, которые отбывали наказание за тяжкие преступления, создаем картографический анализ, изучаем влияние этих лиц, как они могут быть связаны между собой, какие они могут совершать преступления. Если у нас какой-то вызов достаточно серьезный и сложный, он может оценить, насколько там угроза может быть для наших полицейских. Поступило сообщение о том, что сожитель в ходе скандала завладел золотой цепочкой. Мы смогли установить его анкетные данные полностью, мы смогли установить место жительства, мы с помощью открытых источников, опять же, нашли даже его телефон в базе данных Минюста. И вот я взял карту города Каменска и провожу там исследование. Вот красный маркер, это грабежи, совершенные здесь с привязкой к конкретным адресам. Функционал карты позволяет при нажатии получать более подробную информацию для анализа. Основная особенность этого центра знаете в чем? Никакого. Они ходят там в тапочках босиком, по вот такому ковру. Стали у нас нет туфли и так дальше. Но вот они примерно занимаются тем же самым. Естественно, что у них секторально разбито, аналитик, но у них там же и центр управления нарядами сходу. А вот мы об этом да, это просим, все соединяет. То есть, сейчас, да, смысл в чем? Чтобы соединить аналитические службы с центром управления. И там оно влияет. И там оно отсюда принимает решение. Информация аналитическая.